как меня слышишь? Ну, короче, я его сейчас за пазуху не буду ложить, он у меня будет лежать сверху, будет шум ветра, но когда я буду что-то говорить, ты будешь слышать. Ну, в принципе, все, я готов, можете давать чалу. Ты можешь не так сразу отъедь на 100 метров, потом включай. Ну, как бы, давай чалу. Привод готов. Этим стросом. Да, у нас тут летят стросы, у нас обрыв стросом. Ну, не имеется в виду, что мы не отцепляемся, стросы, они сзади нас не тянут. А что значит перезатяжка? Ну, перезатяжка, да, мы не затянули. Повторно, да? Да. Ну, зато перезатяжка уже сломалась. Бонус. Ленка, я тебя люблю!